Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. Сегодня 26 сентября и уже буквально завтра игра обновится и станет версией 10.3. Огромное количество машин получат ребаланс, ну и соответственно будут те тачки, у которых будут изменяться составы боекомплектов, и в эти боекомплекты будут вноситься существенные изменения. Ввиду этого всего, большое количество зрителей спрашивают у меня в комментариях в отношении схемы получения компенсации золотом за голдовые снаряды. Как это работает? Как это провести? Ребят, смотрите, ситуация следующая. Действительно, год назад было обновление 9.1. И тогда те ребята, у которых в ангарах были машины, в которых менялись составы боекомплектов, получили компенсацию золотом за голдовые снаряды. И это была, мне кажется, не более чем случайность. Скорее всего, на сегодняшний день разработчики это дело уже изменили. Но, коль вы у меня спрашиваете, расскажу, как это тогда работало. Те ребята, которые к этому заранее готовились, они делали следующим образом. Они сливали полностью свой боекомплект в ноль, выставляли себе максимальный боекомплект по голдовым снарядам за серебро, нажимали клавишу «Применить». После этого они переводили валюту покупки голдовых снарядов на золото и заново жали применить. После того, как игра обновлялась, соответственно, разработчики обнуляли полностью боекомплекты, и в момент обнуления боекомплектов ребятам приходила компенсация в виде золота. Сработает ли эта схема в этом году, я зарекаться не могу и могу сказать только одно. Я не рекомендую заниматься данной схемой по одной простой причине. Потому что я не могу вам гарантировать позитивные результаты, и я не могу вам гарантировать отсутствие негативных последствий от ваших действий. И любые действия, которые вы предпринимаете со своим аккаунтом, даже после просмотра моих видео, ребят, пожалуйста, примите как есть. Это исключительно ваша ответственность и исключительно ваши риски. Я не хочу потом за это отвечать. Именно поэтому не рекомендую делать так, как я сейчас показал. Но эта схема, да, действительно была, и она действительно сработала с обновлением 9.1. Я надеюсь, я был вам полезен. Я надеюсь получить от вас лайки. Я надеюсь получить от вас подписки. И я надеюсь получить от вас комментарии по данной теме в отношении того, планируете ли вы так делать. Ну и каких последствий от этого вы ожидаете. Спасибо вам большое за просмотр, спасибо большое за то, что обращаете внимание на мой контент. Я снимаю специально для вас и надеюсь на то, что вы поможете каналу развиваться всеми возможными способами. Побежал снимать очередное видео, ну а вам, друзья, рисковать или не рисковать, принимайте решение, пожалуйста, самостоятельно. Мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.